Всем привет, друзья мои и подружки, и с вами как Стефаниль, и вы снова попали на мой канал «Сделано в деревне». Ну вот, пришло время начать вторую серию проекта NJAPA, и в этой серии я вам покажу еще примерно 5 дней работ. Ну, то, что мы делали в прошлой неделе, и в этой серии вы увидите тоже демонтажные работы, еще, конечно же, мы потихоньку уже начинаем делать, преображать этот дом. Хочется сделать из этого старого дома что-то получше, поновее, посвежее. К этому мы потихоньку идем. Это будет не быстрый путь. Ну, увидите. Не год мы этим будем заниматься, как обычно ремонты делают. У нас же все по-быстрому, по-простому, по-колхозному. И вот все это вы, конечно же, будете видеть в моих роликах. Поехали! Начинаем новый день с бурильной установки. Вот тут мы вчера остановились. Продолжим с этого места. Начинаем выравнивать стены. Сначала ставим на углы профиля, по возможности туда. О, внизу уже задевает, наверху вот тоже. Прям впритык уже. Тут то же самое. Из-за того, что стена ушла туда, наверху остается щель для наших друзей грызунов. Так вот. Но они будут благодарны нам всю жизнь. Сейчас покажу, сколько. Вот так вот. Вот и все. Дальше уже никак. Предел. Мечтаю. Так и продолжим. Поставим 4 угла, потом направляющие и туда-сюда. Углы поставили. Делали разметки и теперь уже крепим подвесы. Там, где нам нужно. Куча подвесов. Сплошным слоем. Сейчас приготовим профиля под размер. И нормально. Процесс идет полным ходом. Уже 3 стороны почти что закончили. Еще вот эта сторона есть напоследок. Пока мы там ковыряемся, народ ковыряется в другом месте. Сейчас покажу. Раскопки. Пробили? Самое главное пробить. Наконец-то. Наконец-то. С первого раза? С первого раза. Хорошо. Крышку попали. Обычно бывает мимо. В общем, до сюда раскопки, потом пробурились внутрь. Будет новое водоснабжение. Лаберса. Отверстие для будущего отопления. Таблетка. Заранее. Аналогин. Каркас собран. Теперь начнем крутить гипсокартон потихоньку. Сегодня уже времени осталось немного, но
Надо хоть пару штук прикрутить. Вот сюда первый пойдет. Вот это. Повторяем урок, как мы делаем углы, чтобы они между собой не играли. Вот так вот прикрутили сначала профиль, потом к нему прикручиваем стартовый профиль вровень с этим профилем уже. Вот так вот. Но через гипсокартон уже мы его делаем, чтобы потом вот сюда было проще крутить. Вот тут вот. Прикрутили сначала гипсокартон на стену, потом вот прикручиваем вот этот профиль через гипсокартон на тот профиль, который позади. Ничего не поняли? Ну ладно. Рекорд. Какая сигара. Сегодня на улице дубак, ребята. Кайфуем. Купальный сезон. Да, вообще. Ветер. Зато не жарко. Эй! Рамбуешь? На вершине работаем. Ага. Снова закрыли окна, значит пора домой. Тут уже занавеска даже есть. Оставляем домашнее задание. Закопать яму. Вот это погодка, ребята. Друзья, вы, наверное, заметили, что на этом объекте рядом с нами тусуется еще один персонаж. Это не новый персонаж нашей бригады, это на самом деле заказчик Ильдар, хозяин этого дома. Он просто там, ну, такой неугомонный тип, везде успевает все там делать и по ночам даже работает. Нам помогает там и свои дела делает. Вот это он. Если вы видите там еще одного персонажа, которого не знаете, то это он. Друзья, начинаем новый день. Сейчас поедем на работу. Продолжим крушить тот дом. Ну, мы уже как бы начали крутить гипсокартоны. Но это только в зале. Еще в кухне же надо кое-что сделать. Тоже разнести пол, там все дела. В общем, все заново, как и в зале. То же самое надо повторить. Не знаю, сегодня возьмемся еще, нет. Но поедем, посмотрим. Снова снимаем окна, импровизированные из фанеры, вентиляция.
Смотри, окна с подсветкой. Прикольно. Перекур. Еще не поработали даже толком. Но перекур надо делать. Время от времени, каждые полчаса хотя бы. Сверло года, ребята. Извините, ребята, мы не хотели. Но что-то придется сделать. А вот и пробитие. Самодельная пилька делает вещи. Можно даже двухметровый сделать. Бесконечная длина. Я в аэропорт прям. А лимонов будешь? Буду, конечно. Остатки кайфа. Топинг Сахарой. Немножко шевелимся. Стены почти закрылись. Остались вот такие места там. Чуть-чуть заделать и все. И следующий этап — это потолок. Вот что можно сделать с этим потолком? Уровень такой. Вот там дизайн хозяйки есть. Вот тут нарисовали, да? Вроде вот такую хотят. Ну тут, конечно, особо не разгуляешься, но вот такую, наверное, можно сделать. Потому что высота не высота. Лафа жизни. Вот в таких условиях можно и поработать. Свежий воздух, природа рядом. Легкий бриз. Уманай бриз. Уманайский бриз. Сколько добра. Было вот так. Стало вот так. Стало вот так. Будем использовать. Чтоб сэкономить. Немножко. Все, холодильник долой. И кухонный гарнитур тоже за борт.
разметчик года. Когда роста не хватает, удлиняем карандаш. Два качка не хватило, ничего не поделаешь. Еще потолок высокий. Сплошные проблемы. Подвесики мои. Два качка. И так много-много раз. Целый урман подвесов. Эй, держи сюда. О, смородина. Допинг. 24-й год. На память. Какой-то шопер не трогай. А сегодня закончили. Очень темно стало. Она! Куда кидался? Ай, кидал! Да. Людьми твоя кидался? Я так, да. А на улице-то светло, ребята. Продолжение следует. Выравниваем потолок. Сейчас вот это место, потом вон то место. Потихоньку собираем потолок. Вот здесь уже подвесы не достают. Надо будет сделать самодельные. Вот они, самодельные. Ребята. Где Гупси? Вот он. Один есть. И таких надо 12. Супер усиленный для особых мест. Двусторонний. Сколько места над потолком осталось? Здесь вообще нет. Как? Да,
Как? Сколько сантиметров разных? Малтер. 16,5 там. Там уже отрезали пол сантиметра профиль, чтоб не задевал. Где-то 17. Почему такие низкие потолки? Потому что работать удобно. Даже табуретка не нужна. Ну, иногда надо, конечно, но в большинстве случаев не надо. Одни плюсы. Вот такие чудесные штуки делаем. Небольшая фишка для этого потолка. Тут особо не разгуляешься. Сколько заплаток? Целый вагон. Заплатка года. О, вот это вещь. Вот такая штука примерно будет на сегодня. Хватит, продолжим завтра с этого места. Вот эти места еще надо зашить полностью гипсокартоном, вот так вот, как вот так везде. Окна ставим и домой. Друзья, это очередной новый день. Скоро поедем на работу. Погода нормас. Блин, сегодня снова случайно побрил зеркало. Бывает. Вот сюда мы пришли снова. Ага, ствол водяной. Окна открыли. И вот тут мы вчера остановились, сейчас продолжим. А тут заготовки у нас есть. Куча заготовок. Крути и крути. Сюда. Супер тесно. Все.
Все, в этой комнате гипсокартонные работы завершены. Черновая работа. Теперь будем разбирать эту комнату. Наконец-то зашли туда, куда мы пришли изначально. Балка. Бомба-балка. Сколько там высота? 2,23,5. Нормально? Еще пол надо переделать, ребята. Да, да. Да, нормально. 2,33. 10 сантиметров всего лишь разница. Нормально. Так, инструменты перенесем сейчас в другую комнату. Ё-моё, сколько барахла! Бельмин. Куда хочешь, туда бросай. Вот это последний миг этой комнаты в старом виде. Будем переделывать. Сейчас разберем все это. Вот это вот все. Все как обычно. Новый проход, просторный. Какая красивая комната была, но пора переделывать. Шедевры снимаем. На гвоздях, ребята. Занавеска на гвоздях. Плинтус лежит вверх ногами. Бывает. А, мощный линолеум. Угу. Есть контакт. Вот это место явно намекает на будущие сюрпризы в подполе. Страшный сюрприз может быть там. Посмотрим. Легко. Оу, е. Давай.
Бетерде. Застрял, бедолага. К пиву, ребята. Ну, а к пиву. Кому надо? Смотрите, как заделано, ребята. Вот таким вот движением. Теперь полы уберем и посмотрим сюрприз, который вот здесь. Пол пропал. Вот сюрприз. Первый вариант. И вот второй это вариант. Обещанный. Да. Чуть-чуть пыль. Немножко. Это туман. Фу, капец пыльно, ребята. Что мы сотворили с этой комнатой? Что за яма? Что за приятная работа? О, раскопки. Вообще непонятный какой. Надо отмыть. Ребята, камера и половины этой пыли не передает. Хорошо, что не бетон. Бетон пониже. Вон там. Немножко подкрепились. Теперь будем питаться пылью. Добро пожаловать в наш пыльный дом. Нет! Убежал. В этой комнате нет гнили, слава богу. Устраняем некоторые щели, трещины там, дефекты и все. Вот типа этого. Вот эти надо заделать. И ППС, пару слоев и пена. Вот так делаем каждый день, и спина никогда не болит. Вообще никогда не болит. Тумбы поставили. Теперь ставим лаги. 7 штук.
Потом будем выравнивать самые сложные. Ну вот, пол выровнен в идеалочку. Смотрите, ребята, опять шедевр. Блок, рубероид, доска, бумага. Потом только... Доска. Потом только ноль. Потом только лаги, да, ноль. Половина есть, ребята. Новый современный пол, нового образца с щелью. Так вот специально. И вентиляция будет, и когда вот мусор подметает, мусор не накапливается. На таком месте сегодня остановились и поехали домой. Не смогли, не успели, короче, закончить пол. Окна закрыты, как и обычно. Пошли. Скрытая тропа, ребята. Хозяйство дяди Марата. Надо еще зайти как-нибудь посмотреть и показать вам. Он там много чего уже сделал. Это тот человек, который переехал к нам из города, из Нижневартовска. Мой дядя. Теперь живет здесь, в деревне. Уже 2 года, да? 2 или 3. 2 вроде. Уже здесь живет окончательно. Коровы купаются. Я тоже туда хочу. Вот какие красивые окна мы вчера поставили. Глазок даже есть. Вот здесь вообще шикарный. Вот это надо снять, уже тут темно. О, как светло стало. Будем дальше крутить фанеру. Толщина 1 сантиметр или 10 миллиметров. Ребята. Вот так, что ли? Принтуса так делать? Да.
Мы так не умеем. Это невозможная работа, ребят. Но люди смогли. Пол закончили, теперь вот, вот эта штука нам не нравится. Посередине комнаты. Огромная еще. Вот эта сторона особенно. Балкище просто. Надо что-то делать. Может, оставим? Будет как дизайн, декоративный. Покрасим нормально. Толстым слоем краски покрашим обои. Да. Досок не хватает. Сейчас выпилим кусок доски из бревна. Балка отпилена. Теперь она ровненькая, но все равно что-нибудь надо будет потом придумать там на потолке. Или просто отпустим потолок. Спустим. Сейчас надо выровнять вот эти шедевральные стены. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, вот так вот намазано. Всегда. Были много тут всяких решений, чтобы улучшить свою жизнь. Сейчас мы тоже что-нибудь наколхозим, и будет нормально. Потом еще кто-нибудь. Улучшается жизнь. Угу. Ладно. Сейчас покушаем, может быть, что-нибудь в голову придет и продолжим. Работа в колодце тоже продвигается. Водоснабжение. Заодно и поливаем. Все, хватит. Мокрые, значит, чистые. Кто-то говорил, где компот? Вот он. Ах. Сегодня почти весь день вот в этой дыре занимались водоснабжением, еще там внизу в колодце, в общем. Из-за этого стены не изменились. Вот так вот иногда бывает. Весь день где-то возишься, возишься, работы вроде не видно, но время пролетает. Эх, ладно. Что есть, то есть, ребята. Ну вот, друзья, и этот ролик подошел к концу. Вот такие работы были сделаны. Но на самом деле сделано немножко чуть побольше. Я пару дней, как обычно, не успел смонтировать. И вы это уже увидите в следующем ролике. Мы уже начали делать там кухню, там стены. Все это в следующем ролике. А пока вот как-то так. Если оставить запросы, как обычно, пишите в комментариях. Подписывайтесь там, ставьте лайки, дизлайки, если не понравилось. Не стесняемся, пишем все, что угодно в комментариях. Как всегда, напоследок, желаю всем здоровья и отличного настроения. Увидимся в следующем видео. Всем пока.